Всем здорова, друзья мои хорошие, с вами спикер, как всегда, и продолжаем наши баталии в сражении в Total Accurate Battle Simulator. И сегодня поиграем дальше. В компанию поиграем. А, окейшки, мы уже начинаем. Бери печенюшки, бери попкорн. Мы продолжаем нашу кампанию, сражение. У нас осталось буквально 4 сражения здесь, в этой кампании. И посмотрим наши ледовые побоища. А, кто у нас такие ребята? Это у нас топорики. Наши топорики. Это у нас лучники. Лучники, топорики и тоже лучники. У нас новые ребятишки есть. А, у нас ребят много разных. Кто такие? Это у нас щитом. Это у нас копейщики. Это у нас кто? О, это у нас спартанцы. Копейщики и щитовые ребята. Это у нас кто? Это у нас змеи какие-то. Какие-то змеи. Можно все посмотреть, изучить. Это у нас... О, арбалеты. Хорошо, окейшки. И, конечно, минотавр. А это кто такой? Погоди. Это Зевс. Зевс написано. Это Зевс. Зевс против всех. Давайте посмотрим. Можно одного Зевса. И Минотавра. Вот так. Минотавр. А не хватает? Чуть-чуть не хватает буквально. Ну, давайте змей посмотрим. О, сколько змей. Много змей. У нас медиков никаких нету. Поехали. У нас один Зевс. О, это что, змей? Это реально змей, что ли? Это змей у нас. О, вот это змей быстро. Здесь что, уже замерзли, что ли? Ребята, вы замерзли. Там стрела летает, там Зевс стреляет. А ребята замерзли. Да что такое? Упал. Обалдеть. Ау, они упали. Они все упали. Зевс сражается. Погоди, Зевс не сражается. Сколько стрел торчат в нем. Он тоже замерз. А Зевс еще сражается. Сколько стрел Зевс? О, там змеи, там еще змеи сражают. Смотри-ка, а змеи уже сдохли. А Зевс еще живой. Мы проиграли. Обалдеть. В чем проблема? Почему ребята мои замерзли? Я не понимаю. А это не обычные лучники, что ли? Вроде обычные лучники. Почему наши замерзли? Нам холодно очень стало. Все замерзли. Не знаю почему. Давайте, наверное, реально вот этих поставим. Два. Минотавром. Двоих. Нет, не получается. Все, один минотавр, одного минотавра и поехали. Но, конечно, будет проигрыш. О, вот это да! Вот, нужно двух минотавров. Все, пошло дело. В харю ему! Где мои стрелы? Стрелы где мои? Сейчас будет залп, И что? Он замерзает. Ну, да что такое? Раскрутил всех. Сколько стрел в нем торчат? Обалдеть. Слушай, стрелы попадают их на противника и не замерзает. А стрелы словно замерзают. Это какие-то ледяные стрелы, что ли? Какие-то ледяные. Он еще бодается. Где? Где мои стрелы? Они замерзнут, что ли? Я не понимаю. О, пошла стрела. В кого? Не в тех. Все сдохли. И что у нас? Сейчас погибнут. Все понятно. Они погибают. Так, ребята, вы вообще не активные. Мне нужен два минотавра и все, в принципе. Да, реально. Два минотавра и все. Но можно сделать и пехоту. Можно сделать змей. Вот так, змей. Они, в принципе, неплохо справлялись. Ну или копейщиков, а не хватает денег. Пускай так будет. Все. Два минотавра сейчас пойдут слева и справа. Надеюсь, пойдет налево. Другой направо. А ты куда побежал? Не туда побежал, правда. Ну, черт. Балдеть. Все, кучу сбили. А змеи справляются. Змеи, я всего лишь одна. Бей его. Это что такое у тебя? Щит такой. Доспит. А это пошел сзади, минотавр. Давай, гаси их сзади. Ты пошел. Он весь в куче. Раскидывает налево-направо всех. Он даже залез на капота сверху. Обалдеть. Ты что... О, он тоже не скучает. Он собрал троих. Троих собрал и тащит всех троих. Что у нас осталось? А еще есть компашки. Ребят, добивайте. Давай, добивай его. Что ты развалялся? Вставай. Брось его. Он тебе не нужен. В карму. Змеи, где мои змеи? Новый змей давай мне. Новых змей надо, там уже ребята справляются. Нате в харю, полетел куда-то. Куда ты полетел? Тащит его. Уже мертвый. О, все, понеслось. Все, змеи справляются. Все остались живы, обалдеть. Реально, все остались живы. Мне понравилось. Реально. Мне нравятся минотавры. Они реально топовые. У нас 4800. Можно сделать Зевса. Два Зевса точно можно сделать.
Кто у нас против нас? Кто у нас? У нас, ребята, какие-то мишки. Мишки-гамми какие-то. Это мишка, что ли? Какие-то мишки. Мишки. У нас три группы. Конечно, двух минотавров, или даже можно сделать трех, вот так. Вот так и вот так, чтобы, знаешь, они пошли по своей линии. Все, я даю буквально каждому свое задание, каждому по минотавру, и не хватает. Смотри, сейчас будет битва. Сейчас будет самая быстрая битва у меня. Сейчас, ребята, бегу, смотри, как раскидал. Главное их правильно раскидать, видишь? Это пошел налево, это пошел в центр, это пошел сюда, и все симметрично. Все пролетели. Все, начинается битва, все, раскидали всех. Сейчас будет битва жестко. Мишки, мишки с косами, смотри-ка, мишки с косами. Бей, бей, минотавр, давай, мишки бей. А тут мишка где? Мишку? О, остался только мишка. Там куча у нас и мишек, и пехота. О, погоди-ка, убили минотавра. Убили минотавра. Мишки хорошо убивают. Они ревут. Обалдеть. Мишки реально топовые. Смотри-ка, мишки топовые. Даже не знаю, кого взять. А, давай-ка возьмем Зевса. Зевса. Два Зевса. Даже не знаю. Ну, пускай будет змей. Три змеи. Не знаю, даже стоит, не стоит. Ну, один можно. Баллиста, можно одного взять? Одного минотавра по центру, чтобы отвлекал маленько. Копейщики. Это у нас копейщики. В принципе, можно сделать копейщиков. А к ним не подойти, они будут бодаться. Щитовые ребята, не знаю, насколько они будут эффективны. Но нужно ставить кого-то еще. Минотавры еще одного не поставить. Так, тоже не поставить. Осталось буквально чуть-чуть денежек там. Не, погоди, ты уйдешь. Сделаем вот так, сделаем. Наверное, с другой стороны тоже. Так, этих уберем, чтобы, знаешь, в разные стороны пошли сражения. Все, понеслась. Все, понесусь. Ребята, давайте. Ух, нормально. Копья бросал. Кто бросал? Змей бросали. Очень похоже на копья. Но бросали змей. И наш минотавр прям в центре. Болит, стреляет. Не стреляй. Стреляй еще, быстрее стреляй. Пока куча есть. Пока куча есть, быстрее заряжай. Реально, быстрее заряжай. Быстрее заряжай, быстрее. Пока кучка есть, нужно стрелять. Прямо сейчас нужно стрелять. Там сражение жестко идет. Стреляй прям туда, все что ли? Ты куда стрельнул? О, остался всего лишь один мишка. Остались мои змеи. Три змеи и, в принципе, один рыцарь. Сражайся, сражайся. А сейчас будет стрельба. Сейчас будет выстрел. А все уже, пролетел что ли? Да, пролетел. Куда полетел-то? А, два мишки остались. Змеи, змеи полетели. Новые змеи полетели. Да-да-да, змеи, змеи. Змеи как жрут. Прям за ноги, за ноги. Да-да-да, мишку. Давай, баллист. Баллист, стреляй, давай. Хорошенько, хорошенько прицелься и стрельни разок. Попал, попал в мишку. Такая бородка. Нормально, справился. Потрясающе, красиво сделано все. А главное правильно расставить их. Это самое главное. Тут у нас что? У нас есть стрела. Две стрелы. Так стрела и так стрела. Тупая стрела и острая стрела. Можно раскидать их с помощью 6300. Зевса. Мне нужен Зевс. Я хочу посмотреть, как он эффективно будет раскидывать. Нужны змеи, конечно. Три змеи точно будет. А рыцари, в принципе, неплохо справлялись. Ну так, маленько отвлекались. Отвлекали. И, конечно, минотавр, знаешь. С разбегу минотавр раскидывает эту кучку хорошо. А два минотавра уже не получится. Не хватает чуть-чуть. А если вот этих убрать? И еще одну минотавру. Да, хватает, смотри, хватает. А двух минотавров, чтобы реально вдвоем пошли именно на эту кучу. А, ну, там будет мишки. Три мишки. У нас, в принципе, есть Зевс. Ну, понеслась, понеслась. Не знаю, что будет сейчас. А бегом побежали, змеи полетели, а стрелы полетели. У-у-у, там еще лучники были, что ли? Я не заметил лучников. А, они сзади были. Идет. Так столько стрел торчат. Идет кое-как Зевс, у нас молниями стреляет. Обалдеть. Это красиво, конечно. О-о, кто там замерз? Замерз лучник. Сражается где-то позади. Пускай сражается, у нас, в принципе, есть еще впереди Зевс. У нас есть минотавр. Да-да-да-да, толпа. Ты куда подлетел? Обалдеть, ты куда подлетел? Минотавр. Остались только лучники. Там бьют. Там у нас два мишки, там минотавр, там лучники. Этому, конечно, будет. Вот это Зев стрельнул. Это хорошо, стрельнул, конечно. На вкарю еще. Где мои змеи? Змеи летят. Все, змеи летят на лучники. Все потрясающе. Прям на мишку. Да. Пошли стрелы. Зевка.
Нате стрел, нате молнии. Там сражение закончилось, там идет уже битва со змеями. Да, змей убивает и лучника. Лучники довольно противные. От них очень холодно. А подходит Мишка и что делает? Бьет, бьет. Он бьет, бьет. А, ну не тут-то было. Где змеи? Мне нужны змеи. Нужна помочь от змей. Прям между ног. Это что такое? А он воткнул между ног и застрял. Зев, вставай! Зевс мертвый. А, Зевс мертвый. А, змеи, змеи, где свежая партия змей? Змеи есть. Да, змеи есть, но там осталось там еще два мишки. Змеи есть свежие. А сражение идет. Еще, возможно, будет победа. Давай, ребята, давай, ребятишки, кусайте их сильнее. Змея застрял где-то в здании. Кусает, кусает. А, в принципе, неплохие змеи, знаешь, смотри, змеи. И так, и так, и так, и по-разному. Они по-разному бьют их. Давай, давай, змей. Прям между ног пытается закрутить, завертеть. А змеи забавные, очень забавные. Они не могут попасть по змеям, очень сложно по ним попасть. О, свежая партия змей. Еще этих не убили, а уже свежая партия змей полетела. А, еще есть две змеюки, вон третья полетела. Так что сражайся, сражайся, Мишка. Мишка, сражайся, есть еще змейки. Змейки есть, они кусаются. А, давай, давай, сдохни хотя бы один. Если один сдохнет, то второй. А, змеи кончаются, кусай, тащи. Он пытался его тащить назад, змея. А, нужна новая партия змей. Новая партия змей, либо, ребята, вам хана будет. Стреляйте. Стреляйте новую змею. Застрял. Застрял змея. Кусай змей, кусай змей. Все, хана. Змея застряла. Или сдохла. Сдохла, походу. А у нас две змейки и один мишка. Мишка, мишка. Сражение еще идет. На колени посадили мишку. Посадили мишку на пол. Оторвали мишке лапу. Погоди, погоди. Погоди, все что ли? Змея еще жива. Две змейки еще живы. Он пытается подойти к нашим змееловам. А, ну что? Ну что, держи. Она прям за задницу держит. Прям... прям держит за задницу. А, мишка идет. Нужна свежая партия змей. Ребята, ребята, нужна свежая партия змей. Срочно. О, змейка есть. Долго идет сражение. Очень долго, но забавно. Прям держит. О, сколько здесь змей. Все. Реально. Победа. Ух, да, сражение было очень сложное, но того стоило. Это кто такие? Это какие-то корабли. На льду какие-то корабли, ребята тащат корабли, сверху еще сверху сидят какие-то, все глазками мерцают. А, что у нас? А, кто будет с кем? Кто будет с кем? Так, у нас будет... Зевс сражался неплохо. Давай-ка, наверное, арбалет нам нужен, да, нужен арбалет. Два, причем... нам нужен, конечно, Минотавр. Два Минотавра. Змеи, змеи, реально змеи нужны. Четыре хотел сделать, но не хватает. Все, вот так пойдет сражение. У нас какие-то есть корабли. Как это будет происходить? Там ребята стоят. Вот, куда прилетел? Корабли поехали, и что? Вот это да, куча мала. Ребята, бросайте сюда змей. Где мои Минотавры? Где они сражаются? Все, пошло сражение. Они просто бросают корабли сверху на противника, как я понимаю. А, дерутся, дерутся Минотавры, но остался один. К сожалению, остался один. А, копейщики, это копейщики, что ли? Это что такое? Это у них весла какие-то. Какие-то... О, стрела пролетела, как красиво. Убила сразу троих, походу. А Минотавр сражается. Где мои змеи? Змеи, походу, сдохли тоже. А здесь встают, ребята. О, встают, встают, встают. О, идут в атаку. А змея пролетела мимо. А ребята разворачиваются. О, все, что ли? Обалдеть, обалдеть. У меня проблемы. У меня серьезные проблемы. А, там разбили. А змеи тоже разбивают. Как и прокрутилось. А он просто берет весом, бьет по голове. Смотри. Обалдеть. Как повезло, тебе отлетел назад. Ну, он, понятно, сдохнет сейчас. Ты идешь без оружия. Ты кто такой? Викинг. Натя в харю. Так, понятно, все сдох. Все понятно с этим тоже. Заряжай напоследок. Давай, напоследок. Ну, пульни. Натя в харю. Остались двое. Там змеи. Там еще змеюка есть. Смотри-ка, змеюка есть. А змея сражает. Смотри-ка, еще заряжает. Заряжает еще. А, Надя в каре. Слушай, победа еще, что ли? А змея, походу, сдохла. Ну, остался живой. Смотри, один на один, что ли, все? Пытается встать. Он встает, их двое. А, их еще двое остались. Он бежит, сейчас будет бить. Он сейчас будет бить, наверное. Надя в харю, победа что ли? Обалдеть, победа, а ты кто такой? Или нет, или проигрыш что ли? А, походу проигрыш, да, это был проигрыш.
А в чем проблема? Вы мне, ребята, не нужны. Реально, ребята, не надо сюда этих. Эти бросают корабли прямо на моих и, конечно же, разрушают. Нужны больше змей, мне кажется. Так, арбалет мне не нужен. В принципе, можно сделать одного арбалета по центру. И все, и сделать пехоту, знаешь, позади. Пускай корабли разрушаются, а уже пехота будет сзади идти. Сколько стоит этот арбалет? А, 950. Это можно сделать вот таких десяток. О, ну, таких обычных я не буду делать. Наверное, вот таких ребят покруче сделаю. О, все, пошла битва. Минотавры у нас пошли сразу же. Один пошел, видишь, сразу бросает корабли просто на минотавров. На двоих, или промахнулись. А, смотри, промахнулись. Ну, а тебе плюхнул. Нормально, ребята пролетели, они бросили корабли, и все. И пошла. О, май гад, а сколько здесь живых осталось-то? Четверо, что ли, пятеро? Здесь осталось там, змеи еще летают. Змеи еще, там кто-то пытается выползти. Кто-то пытается выползти. А минотавра, походу, убили. Одного минотавра убили. Слушайте, все с вами? Все с вами, ребята, серьезно. О-о-о, ребят наши подошли. Окейшки, ребят наши подошли. И присут, змеи летают. Змеи летают и пытаются. Ну иди, иди дальше, сражайся. Рыцари, спартанцы справляются с этим делом. Да-да-да-да-да. У них есть щиты, у них есть мечи. Они сражаются до последнего. Давай-давай, ребята. Победа будет за нами. Последний, все, победа. Да, красиво сделали. Ух, да, это, походу, конец кампании нашей. Первую кампанию мы прошли и уже, конечно, начнем следующую кампанию в следующем ролике. Спасибо, что посмотрел, мой друг. Подпишись, поставь колокольчик и поставь лайк. Напиши комментарий, что ты думаешь об этой игрушке, что думаешь о моем обзорчике. И увидимся в следующих роликах. Спасибо, до новых встреч и всем пока.